Здравствуйте, друзья. Мы вот с этого паркинга, который находится в городке Pacific Grove. Это такой маленький городок возле Монтерея и Кармела. Такое 17 Miles Drive тут рядышком. В общем, такое место. И вот тут вы видите, грубо говоря, консервный завод. Вот тут написано, видите, American Tin Canary. Кеннери — это буквально вот где, значит, банки закручивают. Здесь когда-то был рыбзавод, а сейчас тут шопинг-молл. И мы пойдем на этот шопинг-молл. А он такой, знаете, весь дискаунтный. Тут все такое за 3 копеечки там за даром продают. И на самом деле половина этого молла вообще стоит даже не сориентованная. Так, Светлана говорит, океан покажи там сзади. Ну вот там океан, да. Давайте мы торжественно проедем по эскалатору. Вот у нас тут торжественно движется эскалатор. Кроме нас со Светланой, на этом эскалаторе никого нет. В плазе в этой, в рыбзаводной, значит, два этажа. Вот вы один этаж видите, вот справа сейчас у вас открывается. Но на него просто так попасть нельзя. Вот как я сейчас еду, да, я не могу на него сойти. А надо подняться вниз, спуститься вниз, а потом уже отдельно подняться на второй этаж. Вот такой дизайн. Да. Давайте посмотрим. Тут вообще много мест, где можно покушать, и много мест, где что-то продают. Одежду, конфеты, очень много одежды. Много. Ну, сейчас посмотрим. Вот так вот вид отсюда. Да, посерединке такой киоск с серебрюшками, золотюшками. Да. Вы видите магазин Ван Хьюстен. Это, ну, достаточно известный такой в США магазин. Вот конкретно на этой плазе все какие-то жуткие распродажи идут. И вот видите, клиренс там 80% off. Ну вот просто только забери. И, конечно, здесь людей мало у них. Тут много не продаж, поэтому, чтобы так как-то продавать, надо уж совсем за даром. Кстати, очень приличный товар. Я хочу сказать, что каждый раз, когда мы здесь оказываемся, это бывает нечасто, что-нибудь такое обязательно прикупается. Вроде и не собирался, но невозможно мимо пройти. Вот как бы так. А это магазин обуви. Вот, видите, написано Famous Footwear. Да, тоже я сказал, плаза такая, она вся дискаунтная. Так что здесь все, в общем-то, довольно дешево. А вот и лестница. Помните, я вам сказал, есть лестница, которая ведет на второй этаж. Я туда обычно захожу, потому что там есть магазин, в котором продаются такие бейсболки с американскими флагами. Вот, в общем, очень красиво. Я там частенько что-то покупаю. Но в этот раз не получилось. Вышли ребята из бизнеса. Долго держались. Лет 10 они тут были. И куда-то перебрались. А вот зато открылся салон. Так, и тут что-то было, и тоже закрылось. Видите, как бизнес-то делать? Тут вроде дешево все. За аренд берут. Дешево на этой плазе. А нет того, что называется food traffic, то есть народу мало. Так что вот не гонялся бы ты, бизнесмен, за дешевизною, словами Пушкина. Со второго этажа мы ведем съемочку напротив, от магазина Candy World. Вот вы видите, сколько там всевозможных конфеток, они там в бочках. А вот тут находится магазин Pendleton. Это, ну, как бы известный по Америке магазин, хотя сказать, что он там в Северной Калифорнии популярен, это неправда. Вот. Ну, заходить туда мы не хотим. А так, он довольно специфический. Тут много такого, знаете, пледы, под индейское, что-то такое, под ковбойское. Вот. Но очень много такого синтетического товара. Вроде смотрится красиво и вроде хочется на себя нацепить, но потом чувствуешь себя в этом неважно. Так. А это что? Это какая-то
дизайнерская котомка. Набор дизайнерских котомок за десятку. Десятка немного. Да. Штанишки девчачьи, правда? Тоже такие, я бы сказал, не каждая девушка такое на себя оденет. Ну, может быть, под обстоятельства. Вот $19. Это уже другой магазин, видите? Karma Circle USA. Вот такое спиритуальное. Мне нравится, честно, вот так раскраска. Единственное, что такое ощущение, что все женское здесь. Светик, тебе такое нравится? Правда, да? Вещь, друзья. Это вещь. А вот слева тоже, смотри, такие. Внутри этого магазина Karma Circle сидит такой молодой Радж Капур. И я ему говорю, а для мужиков что? Он говорит, а для мужиков, вот, говорит, снаружи штаны. Вот так, друзья, оказывается-то. Светлана, которая загорелась мыслью приобрести мне штаны, такие кармические, значит, сказала, что мне бы вот подошло, и она пошла смотреть. Я говорю, ну покажи, что. Нет, Света, это явно не мой. Это не мой. Чего? Ну, я не знаю, это для каратиста какой-то. Насчет модно не знаю. Не знаю насчет моды. У нас в школе это не модно совсем. А это не школа, это ты поедешь в круз, Миша. Круз. Да, друзья, мы собираемся в круз. Да. А все звуки, они короткие все. Короткие, конечно, это. Вот эти только длинные, да. Так. Вот действительно, Олег Попов. Нет. Сегодня и ежедневно на арене цирка. Ну, Миша, ну между прочим, на корабле в самый раз. Чем тебе не штаны? Ну, очень толстые. На пижаму похоже. Очень жарко. Нужны толстые. Светочка, мне кажется, мы не будем меня в такое одевать. Штаны, они мужские. Ну, сказано было, что мужские. Вы видите, друзья, что Плаза ждет своих энтузиастов. Никого тут нету, вот кроме кармических штанов, реально. Но там, слушайте, как интересно, вот это место, к которому мы подходим, тут исторически был магазин Рибок, да, Света правильно говорит, был магазин Рибок, который торговал обувкой британской. А сейчас тут понаставили тренажеры спортивные. Вот тебе и на. Больше, друзья, вы не сможете приобрести здесь по сходной цене продукции фирмы Рибок. Не заходя внутрь, я подумал, надо бы вам более яркую картину этого магазина с конфетками и показать. Все эти бочки полные конфет. Друзья, все зависит от того, во что вы верите. Если вы верите, что они битком, значит, они битком. А нет, так и нет. Вот так все красиво. И напротив есть два магазина. Вот один с обувью. DB Shoes. Это прям как Database, правда? Вот, там много обуви. А второй магазин Bass. Bass это, ну, такой, как бы, довольно известный магазин, известная сеть. Вы видите, здесь написано, что все вычищаем, там до 80% дискаунт. Вот. А здесь написано, все шузы до 70%, и еще половина за вторую пару. Вот. Мало того, что тебе сколько там дискаунт, вторую пару берешь, еще полцены. В общем, только вот приходите и что-нибудь купите. Если выйти на эту сторону, то там будет океан. Не уверен, что вам хорошо видно, но это чистая правда. А мы пойдем в противоположную сторону. Идем вот сюда. Снова на эскалатор. И отправимся вот так вот на верхний паркинг. Уезжаем, друзья. Покидаем Плазу.